Вот сегодня мы работаем на Рыжском пруду. Сперва начали так, на руках таскать. Ну вот тяжелый решили на велосипедах таскать. Его сейчас поднимет брат Владимир. Вот. И начали же придерживать. Так вот толстый перевезем, чтобы руки не надрывать. Больше никого нету из деревенских, потому что неоднократно от них слышишь, что им этого ничего не надо. Тем более после прошлого раза, что забили 200, около больше 200 свай, у многих руки, говорит, болят. Ну, сейчас вот будем втроем пока работать. Может, кто-то и подойдет потом по желанию. Это называется Рыжковский пруд. По фамилии тех, кто здесь жили. Ох, тяжелая. Володя, тащи. Володя показал пример. Вы сами умеете. Я не догадался тачку у Надежды Васильевны взять. Та бы на тачке. Она не пойдет. Нет, сломается. У Надежды Васильевны-то? Да. Пойдет спокойно. Она на резиновом ходу у нее. Чего она не сломается? Его две несет. Так, может, даже и больше унесешь, но зато руки устают намного быстрее. А еще впереди забивать надо будет все эти сваи. Сегодня у нас жаркая погода. И будет тоже очень жарко. Это все надо будет смолить и забивать кувалдой нашей хорошей. Значит, самые большие грузить, а те по две можно подмышки выносить. 60 метров. 60 туда, 60 обратно. 10 раз сходил, 600. Держите край. Ой, оп. Ну меня толкай. Подворачивайся. Вот. Все. 60 метров. Это... Ну вот так вот, с Божьей помощью. Слава тебе, Боже наш, слава тебе.